Так, ну что ж, ну всем привет, 19-я ферма, Балдейкина, продолжаем. До сих пор у нас 4-й день осени, а мы, получается, до сих пор убираем поле. Но из хороших новостей то, что я взял глаз Ягуар 930 и кировец К700А на 251 лошадь. Откуда у меня деньги? А деньги появились благодаря контрактам. Был контракт на муку на 13 лямов. Один рейс щипы я сделал, получается, на коптильню. Вот сюда, получается, коптильный цех. Тут, по-моему, да, кразик еще стоит. И продал ешку. Сама ешка 4 ляма. И, получается, жатка 1,5. Вот и все. А мы тем временем садимся на Егор и начинаем косить траву конкретно. Ширина автоматическую. Поудалял я, кстати, кучу мотов, в основном трактора и один комбайн. Силосник у нас получается стоковый, только труба средних размеров. Ну и косилка плюс у нас. 930 это самый слабенький. Ну так, в принципе, вот с этим прицепом, он, кстати, не в пимку, а ПТС-ку уже не хотел грузить. Потому что у него там сверху вот этот еще потолок. Возможно, надо было самую короткую трубу ставить. Каждый раз трубу менять, это тоже геморрой тут еще. Так, первая пуля у нас, получается, потихонечку убирается. Тот пак с подборщиком на 12 кубов я удалил. Как и... Что-то еще удалил, короче. Будем по-нормальному убирать. ПТС-ка у меня есть, подборщик есть от бригады 2, поэтому проблем никаких не возникнет. Ну, пока можно самому поработать, пока комбайн там работает. Ну да, с таким прицепом, конечно, немножко геморройно разворачиваться. Ну, хотя у него тележка, в принципе, такого геморроя не будет. А что, у него лошадь это поднят? Кстати, у него, по-моему, все выходы даже есть. По-моему, все шланги даже подключились. Но это, по-моему, под воздух по поводу выхода. Непонятно. Но он, кстати, бэушный, как видите, 120 часов. Бэушный он, по-моему, в 23 ляма обошелся. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, силосники. Ну да, 23 ляма. Я хотел взять вот этот комсельмаш, но, блин, в ДЛС ведь полно всякой техники. Надо потихоньку на нее тоже переходить. Ну и что-то у нас тут урожай с этого поля вообще ни о чем. Вроде зелененькая, ну не темная зеленая, походу там не 120%, может 110%, может даже 100%. Но с четвертого поля, так, что им там мешает, что ли, уже непонятно. Нет, он вроде не стоит на поле. Как его мог на поле-то поставить? Точнее, на посевах. А, он, получается, с другой стороны. Там же у меня, получается, загонка была и две, как бы, полосы осталось. Так, что у меня по животу? Кстати, скорость на пятерку ставим. В принципе, немного осталось. Я думаю, успеем до того, как погодка испортится. Хотя, вон, погодка нормальная. Там уже снег обещают. Так... Коровам я немножко подсыпал, на ночь чему-то должно хватить. Кур, в принципе, тоже все хорошо. Я сначала хотел взять трактор средних, там был у меня один трактор, который я удалил уже, кейс. Ну, в принципе, я лишнее все равно удалил, в принципе, остались вот 15-23, гусенички, 150-ка, как стартовый трактор, можно сказать, тоже пригодится. Еще не жалуется то, что у него бункер пустой. Я просто уже сколько прохождений хотел купить вот такой вот силосник. Я думаю, пора бы уже. Тем более на этой карте у нас с деньгами больших проблем не будет. Ну, мод на реальный вес таки стоит. И, кстати, ПТС-ка с ним не очень дружит. У него задние колеса проваливаются по текстуре и 10-25 не может ее тянуть. Ну, может, но со скоростью 20 км в час. Везде. Так, ну вроде еще... Или встал уже, что-то непонятно.
Нет, по-моему, встал уже, блин. Сейчас до конца доедем. Все, пока стой. Ну и плюс прицеп, как он там называется-то? Ярославич, ВС-20Б. На 18 кубов. Плюс у него есть силосный вариант. На, получается, нашивки ставишь, и у него 30 кубов будет. Самое то силу смазить. Но теперь у меня ни хрена не хватает денег, чтобы поставить БГ. Точнее, не БГ, а вот эту установку за 15 лямов. Придется тут встать. Я вообще думал эту небушку арендовать, подцепить к ней ПТС-ку, вот эту на 45 кубов, и так вот ездить. И рядом с трактором ездить, но потом подумал, у нее же труба-то вообще маленькая, точнее, низкая. И вот этот прицеп, наверное, уже не сможет кидать. Так, а что у меня по производствам? Хлебзавод. Здесь уже, блин, надо было скачать пак этот, бригада 20. Так, производство муки уже встало, потому что зерна нету. Я буквально один прицеп там отвез и все. Блин, вот думаю сейчас, куда зерно это девать? И все это в муку пускать или же где-нибудь хранить, как на мазуре? У меня и хранилища таки по сути нет, есть только на коровнике. Там как бы ангар есть, но он не закрытый. Или поставить хранилище какое-нибудь хотя бы на 100 кубов. У меня же есть такое. Надеюсь, я его не удалил. GPS выруби. Мигалки свои тоже выруби. Сегодня, кстати, кошмар смотрел. Ну, блин, подлагивает местами. Я бы начал проходить, но лучше подождать, пока какие-нибудь обновления будут. Кстати, у тебя же полного привода вроде как нет. Давай отключим. Тут, по-моему, звуки сейчас у него не родные, а из мода. Но это не точно. Хотя там вроде не было галочки обновленного саундпака. Так, может какой-нибудь еще контракт появился? Горчичное масло. Блин, у меня нету его. Помидоры, смола. 40 кубов. Ну 40 кубов это вообще ни о чем. Блин, я бы мог сейчас такие бабки поднять. Посев, вспашка. Вот эти вот контракты основные, они походу никак на сезоны не взаимодействуют. Точнее, сезон с ними никак не взаимодействует. Ну вообще, в принципе, я хотел после идти на ягодные, тем более я сегодня его проверил, в принципе, все нормально там работает. Прорисовка и правда почти вблизи, 250 метров, по-моему. И вполне себе нормально. Куча прорисовок, два карьера, ну там тоже, конечно, все дорогое, в плане участков и производства. Но зато есть стартовая техника. Ну, в принципе, самая такая обычная, как на рассвете вроде бы, или как. Не помню, короче, на какой-то карте точно такой же был пак. Так, солнце садится, и мы начнем ускорять время. Я, ну, в принципе, уже сел, по сути, но еще не совсем. Да, ну, наверное, еще один раз я не смогу уже собрать. Блин, я еще хотел озимы посадить на четвертом поле. Но его нужно, получается, еще опять удобрить, наверное. Ну, все то же самое, короче, сделать. Или не садить и весной посадить этот солнух, чтобы потом поставить производство подсолнечное. Тем более мне гораздо выгоднее делать щепу, щепу продавать, чем вот эти вот поддоны делать, каждый раз грузить их и возить. Так, что у нас там? Блин, солнце практически село, надо мотать. Ставим на 60 пока. Пусть идет. Резко потемнело. Все,
Солнце село. Ну тогда лучше на 120 поставить, чтобы быстрее ночь прошла. Очень медленно наполняется, конечно. Заработная плата. Коровы должны пережить эту ночь. Да и в принципе у нас всего четвертый день, а дней-то у нас всего 6 получается в сезоне. Ну, блин, с этим прицепом даже разворачиваться удобнее. Он, по крайней мере, не задевает ни комбайн, ни труба его не задевает. И это еще не самая длинная труба, кстати. Это, по-моему, в сарае. Там есть длинная, вот эта длинная и очень длинная. Складной трубы тут нет. Так, ну пока он не встал, как встанет, так и переключимся. Блин, я же мог бы... Ой, точно, я и забыл. Кировцы-то. Не, подожди, это получается у комбайна нужно поставить... Да, поле 4. И у кировца, получается, нужно поставить... Блин. Я и забыл про эту фигню. Так, работа с комбайном. Поле 4, и потом пусть отвозит, наверное... В принципе, мне сейчас нет нужды делать муку. Ладно, пусть пока, наверное, везет. Блин, вот тут можно, в принципе, складировать, но... Надо в каком-то закрытом месте ее складировать. У меня же зав есть. Я же случайно этот участок купил. У меня теперь тут зав все. Вот, да. Я только не уверен, сможет ли он задом ездить. Так, все, да? Походу сейчас не получится. Поиск возражающего родителя. Вызов второго загрузчика. Это... Это надо было, наверное, наемыша поставить. Ну ладно, давайте разгрузим, посмотрим, что произойдет. Так. Минус, 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 плюс. Немножко FPS упал из-за того, что скорость большая. И сезоны что-то там обрабатывают опять. Конкретно причем так просил. Что-то у этого акроса, блин, обороты как-то скочат. Смотрели? Вот у него колесо надо подпрыгивать, и он начинает прокручивать. О! Куда он поехал? Так, мне, наверное, надо наемника запустить. Он сейчас, походу, за мной так будет бегать. Можно, блин, не знаю, с ним в догонялки поиграть. Он хоть он не топчет ничего. Ну, я надеюсь, он не закупил. Иначе придется на него переключаться и... топтать поле. А, он сейчас развернется и сбоку будет ехать, наверное. Че, погнали? Блин, ну это надо уже промотать до утра. Так, вот так, посильнее промотать, чтобы свет подрубился. Ой, точнее, наоборот, вырубился. И ставить. Тоже на пятерку, в принципе. И че, пикируется, кто-нибудь его видит? Так, он поехал по краю поля. Ну, он сейчас доедет до точки и поедет на разгружать как раз. А, он вообще по трассе решил поехать. Нафига, там же, по-моему, тоже есть трасса. О, это линия эта. Хрено, блин, я забыл. О, хлебзавод, у меня уже все. Надо разгрузить. 16 бутонов. Тут возить и возить, блин. Так, пилораму надо было еще запустить, потому что... Чуть-чуть, да. Ну, это как раз на фуррейс. А он что, на разгрузку уже поехал, что ли? Че, он вообще, что ли? Он же, по-моему, не полный был. А, полный? Куда он успел разгрузить его? Ну, да стой пока. Тут деньги будешь жрать у меня. Так, ладно. Силосника тоже пошли поработать.
самом. Все, погнал. Че у него, кстати, задние колеса? Ну, пока вроде не проваливаются. Блин, где бы тут поставить хранилище? Точно, я же хранилище хотел поставить. Так, если я его не удалил. Нет, не удалил. 100. 100. Это, наверное, просто высокое. Хотя, посмотри, это 5 лямов стоит, это 2. По вместимости одно и то же. Конечно, не хватит. Я лучше маленький поставлю. Да, ну только где его поставить-то? Кстати, вот идеальное прямо место. Прям то, что нужно. Так, как он тут разгружает-то? Получается, нужно вот так вот, что ли? Главное, чтобы он не портил ничего вокруг себя. Чего? Какая база? Ты куда он поехал вообще? Я туда не посылал. Зал взял, а вы, база, ну что, куку, что ли? Да. Так, надо вылезти и сесть обратно. Во-первых, четвертое поле, и потом получается... А, это, наверное, вручную, да, выбирать. Так, где у нас тут? Коровник. R2, по-моему. А чё? Лесопил. А почему тут нету ничего? Овцы, парковки. Это, наверное, в парковках. База. Коровник. Коровник R2, насколько помню. Вот так вот. Блин, это, наверное, силосник закончил. Потому что там уже скошено было. Его не знает теперь, куда ехать. Ну, окей, сейчас мы... Кстати, я что-то не посмотрел, как у нас там Ярославич-то с реальным весом-то себя чувствует. Ну-ка. Ну, смотри-ка, у него, кстати, ничего не проваливается. А рессоры что у него? Блин, отсюда, конечно, непонятно. По-моему, выгнулись так нормально. Ну, по крайней мере, колеса прямо в крылья не упираются. Значит, в принципе, можно его использовать с реальным весом. Да и Киру себя нормально чувствует, тянет его, пусть здоров. Там еще какая-то переделка вышла, как пятна. Колес какие-то добавили, цвет можно менять. Весь тут почему-то подозрительно мало. Ну и автор какой-то неизвестный, поэтому сомнительно его, конечно, скачивать. Так, ее, наверное, как-то... В смысле? А как эту снять-то? Подожди, я, получается, трубу снял, а тут что? А, трубу, то есть, можно снять. Что-то я не понял. Или она снимается, как только я подъеду. Первого лица попробуем. Я просто на рассвете ставил это хранилище, но только не вот такую версию, с двумя бункерами я ставил. Нет, смотри, ничего не меняется. Как это покрывало-то убрать? Ну вот он ее просто убирает. Духовно. Если он, получается, трубу просто ставит. О, что-то, по-моему, было, кстати. Что-то непонятно. Ладно, короче, разгружаем. Триггер все равно появляется, поэтому разгрузим так. Я не знаю, почему она не появляется, но там внутри что-нибудь есть? Нет. Просто у бункера с двойными этими, там можно было убрать вот эту фигню. Подходишь и просто убираешь, а тут почему-то она не убирается. То есть, если я сейчас уберу ее... А, поздно уже. Это, короче, пусть так и стоит.
Не знаю, что за фигня. Надо бы развернуться теперь. С таким немаленьким трактором придется вперед тупо ехать. Кстати, у нас, наверное, уже силосная яма готова. Но у нас всего 2 ляма. Это нужно всю продукцию вывозить, и тогда у нас будут деньги. Сейчас, в принципе, нам не до этого. Ладно, езжай на 4-е поле. Ага, ты решил отсюда ехать, да? Ну, езжай. Можно же отсюда доехать. Курсы, блин. Он, наверное, сверху хотел поехать. Ну, давай, развернемся. Царапал немножко прицеп. Полный привод я выключил. Я не знаю, как он сейчас ведущий ось. Наверное, тоже передний. Ну и что, как теперь? Ну все, теперь нормально поехал. Так, тут стоит, тут надо завести и гнать. Вот тут по краям почему-то я хреново как-то убрал. А, нет, тут не я убирал, тут как раз таки бот разворачивался так. Но у него в стоке, по-моему, 600 кобыл. Блин. В принципе, это еще неизвестно, нужно сейчас проверить это. Сейчас запустим наемника тут. Эк, наемник. Ой, точнее, бот. 300? А, ну он, в принципе, в рабочем состоянии 300 всего использует. Если на нем разогнаться, наверное, 600 будет. Так, тут едет. Тут комбайн нужно запустить, наверное. Ну, придется, наверное, оставить его так. Так, где-то у меня был... Блин, кстати, что у нас 3-е поле? Оно уже больше 2 суток. Нет, не больше 2. Сутки целые сохнут. Слишком долго почему-то. И, по-моему, на первой стадии сушки. Похоже, тут надо опять по новой проходить. Видимо, после дождя она опять в первую стадию перешла, и нужно опять сушить. А что у нас там по погоде? 0. Ну, видимо, сено сейчас не вариант делать. Кирвис едет, этот работает. Где у меня, интересно, газик? По-моему, он был на 2-м магазине. Надо отправить его обратно на хлебзавод и начать вывозить все это дело. 16 поддонов, тем более. Так, вот сюда. Езжай. Сейчас столько бабла сожрет, пока просто стоит. Так, Кирвич, ой, точнее, Кразик. Что тут у нас по курсам? Потому что он с лесопилки не хотел почему-то сюда ехать. Не знаю почему. Сказал, не могу доехать до туда. Так, Кирвич, ой, Кразик, езжай сюда. Сможешь? Ну, здесь уже сможет. Так, и что ты будешь делать? Во. Ну, смотри. А, нет, я думаю, все-таки по курсам будет ориентироваться. А, нет, по курсам ориентируется. Я не знаю, куда он поехал. Он сейчас так в силу с них порежется. Я ничего не делал. Это он едет. Курсы я вообще не трогал. Я скачал их, поставил. По-моему, даже ничего не удалял, даже на той базе нашей. Ах. Ладно. Дадим тебе 2 минуты. Если 2 минуты будешь так тупить, я буду сам выгружать. Потому что вот это фигня получается. Поищем пока МТЗ. А, он, кстати, почти полный уже. МТЗ. Где у нас МТЗ?
О, этот тоже застрял уже. Так, а где он застрял-то? А, в самом начале. Молодец. Ну да, это то, что я здесь объект поставил. Скорость я ведь ему маленькую поставил, 80%. Ну, езжай. А, НТЗ у меня тут стоит, ну да. Кстати, это можно тоже сейчас отвезти и выгрузить туда. Поставил маленький борта как раз на прицеп, и теперь он вообще его тянет как надо. А то получается, когда у нас был прицеп на 10 кубов, он его как то, ну, да и рессоры у него практически в обратную сторону выгибались. Блин, забыл я, кстати, забор скачать. Ну а пока никто не убежал. И плюс, по-моему, я скачал опять другой прицеп, вот этот кормосмеситель. Или кормораздатчик, как вот он. Вправо. Давай вправо. Мне все же непонятно, почему она не раскладывается. Ну-ка. А, так, смотри, уже не разгружает. Выгружай. Ну, unfold. Это получается сложить. Труба. Че? О! То есть нужно обязательно трубу, что ли, ставить? Блин, как вы сказали. Так, приезжай просто. А, я думал, ты опять кирвис там что-то тупит. Где у нас кирвис, кстати? Окей, сейчас тебе подрублю. А, я, наверное, не смогу подрубить полный привод. Так, сколько у нас? Ну, ты, может, поедешь уже? Он сейчас опять, короче, и сам доеду. Я больше бабла сожгу, чем, блин, быстрее потом. Кстати, еще силосник уже стоит, надо тоже его разгружать. Можно попробовать, кстати, 10-25 его потянуть. Даже интересно будет, сможет ли он его потянуть по-нормальному. Я, кстати, какой-то прицеп с винтовым... А, нет, уже удалил. Какой-то простенький за 8000 скачивал на 15 кубов от Джон Дира. Но смысла в нем нет. Потому что он нужен, если у тебя есть грузовичок с большим прицепом, и тебе с этим грузовичком нужно куда-то далеко ехать. Все. А, нет, смотри, у него задний привод, по-моему. Ну, тогда придется полный включить, чтобы он нормально ездил. Кстати, я могу вполне себе спокойно поставить очень длинную трубу и самому ездить рядом с ним. Как я делал-то на МТЗ, это на 20-ке. Так, заправить его надо. 450 км уже намотал. Но это тоже не больно много. Блин, честно, газик опять встанет, да? Посмотрим. Он же постоянно его за ворот что-то встает и едет. Не открывает ему ворота и все. Так, это у нас МТЗ. Поверху поехал. Смотри, нормально так тянет. Вообще не напрягается. Ну, почти. Так, ну сейчас я могу только газик. Прошу. Заезжай, давай, заезжай быстрее. Так, комбайн уже разгрузился. Пусть едет дальше. Получается, эту сторону мы убрали, и осталось тут всего ничего. Может быть, за эту серию даже успеем. Все, сейчас едем, короче, на силосную яму. Больше на что не отвлекаемся. Блин, ну тянет нормально, кстати. 35 тонн всего-таки тянет. И не напрягается почти. А если выключить... Ну хотя уже поздно полный привод выключать. Это надо, когда стартуешь. Но если бы стоял реамод... Тогда бы он сразу провалился.
Сейчас еще. Вот он, кстати. Но тут еще, кстати, вот эта вот тележка тоже весит, по-моему, 5 тонн почему-то. Слишком много, мне кажется. О, смотри, по-моему, ну-ка, я даже тормознул. Смотри-ка, тормозит очень тяжело. Вот, погнали. Смотри, почти с пробуксовкой стартует. А если с полным приводом? А у него, по-моему, даже тормоза не включается. Ну, то есть не срабатывает, когда полный привод вырубаешь. О, и сейчас с полным приводом уже умнее. Ой, точнее, увереннее стартует. Он сейчас или развернется, или закончит работу. Или... Он сейчас вот этот клочок, наверное, делает и встанет. Так, сейчас лучше не гнать, иначе на поворотах тупо... Блин, нифиг... Ох ты ж, блин. Да, тянуть-то тянет, но... Справиться с таким прицепом в поворотах он вообще не может. И все, даже сдвинуть не может. Да. Ну да, веса у МТЗ просто не хватает. Слишком легкий по сравнению с этим прицепом. Весит как третий, МТЗ, блин. Сам прицеп. В смысле, куда он поехал? Он что, впустую там идет, что-то в холостую? Молодец. Создает видимость работы. Так, надо бы эти, наверное, кусочки убрать. Я, конечно, не должен был отвлекаться, но он реально начал фигней страдать. Это просто распылил. Хоть у нас самого не так уж и много. Ну, опускай. Ну так-то мне как раз понравился, не походу. Комбайн, конечно, дорогой, блин, 200 тысяч, многовато, конечно. Можно просто докопить и взять Торум 770. Так, меньше полбункера, как раз по этой стороне пойдет. Надеюсь, он этой стороне и закончит. Так, что у нас пока? Уже криво пошел. Вот видите, надо правильного, точнее, прямо выставлять. 180 хотя бы примерно. Блин, по-моему, он опять криво пошел. Нет, нормально. Так, что? Попробуем дальше ехать. А я, кстати, там еще ничего не заравнивал. Блин, надо было кировцам этот прицеп тащить, чтобы сразу там все заровнять. Ну, хотя у кировца не такие уж и широкие колеса, надо двойные ставить или... Мишленовский хотя бы. Так, 33 минуты, пока нормально. Может успеем, может нет, не знаю. Блин, прицеп сейчас опять зацепит. О, пронесло. Кстати, мне, по-моему, до сих пор не написали, что Кир... Да, Казик опять там врезался. Сейчас доедем, переключимся и вырубим его. Надо было этого Кирца запустить, вдруг он за это время одумался и по-нормальному встал, и потом поехал разгружать его. Не-не, подожди, с той стороны надо ехать. Да, все, надо переключиться. У них же зарплата получается какая? А, 0%. Значит, не обязательно было переключаться. Надо какой-нибудь прицеп специальный для щипы скачать. Тем более я видел такой. Такой здоровый на 50 кубов. Но только он, по-моему, в американском стиле сделан. Ай, да я все равно вряд. Сейчас подъеду, разгружу тебя. Блин, 18 кубов это, конечно, не 5500.
Да, разгружай. О, как с пробуксовочкой-то пошел. Тут он как-то потяжелее идет. А, тут немножко в горку. Там же он вообще в горку тупо шел. Тут у нас 150-ка уже стоит на готове. Правда, не знаю, есть от нее сейчас смысл или нет. Здесь по-хорошему сюда как раз кирован надо тащить. Так, выставляем сразу. Ну, тут, наверное, пятерку надо поставить. Потому что все-таки 70... почти 75 кубов. Блин, как он... Что-то он так быстро высыпал. Блин, он... Да, он мимо высыпал немножко. За границей. Потому что темное было. Так, девятка слишком быстрая. Давай хотя бы на шестерку. Как Андрей написал, 2,5 миллиона вмещает эта яма. Но столько я забивать, конечно, не буду. Забью, сколько успею. С третьего поля, по-моему, у нас не будет уже сена. Так что придется... Да. Так, езжай тоже на... Нет, на первый поле надо ехать. Хотя можно его послать на четвертое поле и там его перехватить. Блин, попадешь теперь сюда. Первое поле низ. А, ну конечно. Я только не уверен, сможет ли он выехать оттуда. Так, начал работать. Он, кстати, попробует затолкать все это туда. Может, получится. Но не... Ну-ка. О, смотри, получается. Кстати, кто заметил, лэп пропал, потому что я их удалил, пока идет уборочный, потому что нереально мешает. Ну, то есть, блин, я же говорю. Кстати, неплохая такая превью. Не совсем в тему, но пусть останется. В смысле, сейчас тебе помогу, пинануть я немножко. Давай, езжай. На тебе еще пинка, чтоб не застревал. Ну, вообще без проблем. Можно и так затолкать. Надо теперь все это хотя бы выровнять. Но нужен кировец и желательно или с двойными, или с мишленовскими колесами. Тут что-то не получается затолкать. Вроде лопата полностью опущена. Или может то, что рельеф неровный. Или может яма немножко подтупливает. Блин, вот же зона получается. Где-то тут она начинается. Почему там-то она темная? То есть надо немножко подальше выгружать, иначе такая же фигня будет. Типа темно-зеленые травы. Блин, забыл я опять запустить наемник. Можно, в принципе, его попробовать. Ладно, он все равно там скоро встанет. Вот эту какашку надо убрать. Он, получается, не толкает, а... как бы в лопату забирает и там уже скидывает. То есть по сути я не заталкиваю ничего туда, я тупо все это в лопату забираю, пока она полностью опущена. Вот видите, почему-то не сработало. Ну вот, теперь сработало. Ну где какашки, наверное, не смогу подобрать. Так, теперь только ровнять. Блин, а тут уже полный.
Можно сделать так. Эти 18 кубов на хранилище, а те 5 кубов на производство муки. Тем более зимой-то кур надо кормить чем-то. Как раз этих 100 кубов, наверное, хватит. Ну, если столько будет у нас. Опять придется разворачиваться. Почему он не кушает, точнее, не заканчивает работу, когда у него бункер полный? Вот это очень странно, если честно. Что у него блин, с этим реальным весом теперь они как-то и тормозят очень медленно. Ну тут придется еще на ТЗХ узнать, потому что... А, тут еще придется потом еще возвращаться, потому что на ТЗХ-то всего 5500. Мигалки выруби. Не, наверное, в этой серии мы не успеем убрать это поле. Я там, по-моему, какой-то еще прицеп скачал специально, вот, вот этот вот реальный вес, но он, по-моему, большой больно. Или нет, или я удалил уже его. А, да, уже удалил. Так, Кирован. Эй, ладно, пошли, чтобы он просто туда доехал. А не надо было сделать, чтобы он доехал. Р2. Отсюда он, наверное, не сможет поехать. Поедет, но скорее сейчас опять по краю. Тут, наверное, еще и курс получается только на поле идет, да? Ну нет, поедет. В принципе, можно запустить его, пусть пока едет. Блин, у меня же там еще МТЗ стоит. Ну ладно. Пока поедем, заправим производство. Но он даже с этим прицепом немножко-то в натяг идет. Блин, а эту-то кучу не собрал. Ну ладно, потом соберем подборщиком. Но это уже в следующей серии будем Саому подбирать. Можно, конечно, поставить это расширение, где там и солому можно делать пилеты. Но там техника очень дорогая. Но плюс этими пилетами можно немножко читерным способом кормить коров. Чуть-чуть... Или как там было, тюб кидаешь, этот прицеп, мешалку, и он сразу кормовые пилеты превращается. Кстати, прицеп-то этот, как животное. Да, вот такой же. Но он немножко, по-моему, отличается. КТУ-10, а это КТА. Ну просто этот тандем, а этот такой. Только я вот не посмотрел, что по цене. 400, а это 900 стоит, нифига себе. А тут еще смотри, это и это принимает. Ну сейчас, если я этот продам, я не знаю, во сколько он мне обойдется, наверное, в копейки. То есть сама стоимость продажи. Блин, наверное, придется все за кадром продать. Потому что сейчас я уже тупо не успею. Продам всю щепу. Весь хлеб. Песок пока не буду возить. Ну, хотя у меня есть один рейс на сегодня. Че, вооружай. И на другую сторону давай. Ну, вот с такой конфигурацией у него... Не сильно выгибается. А, он все равно развернулся, независимо от того, есть ли там ВВП или нет. Ну понятно. Ну ладно, тогда вернем их. Правда, они сейчас, по-моему, не в совсем
А нет, нормально. Все, я тебя понял, стой пока. Кирилл уже уехал. А мы поедем разгружаться. Блин, даже с 18-кубовым прицепом не успеваешь. Можно, конечно, сюда еще кразика пригнать. Камазик, кстати, Р. Михаил я удалил, потому что я потом на кошмаке арендовал, чтобы сделать обложку. И у меня FPS сразу 40. Не знаю почему, так даже на базе почему-то у меня FPS упал, когда я его взял. Но я взял еще прицеп. Не знаю, в этой карте, по-моему, с оптимизацией что-то не очень. По крайней мере, на моем железе. Так, его, наверное, можно сразу отсюда послать. Он сейчас все равно в ту сторону поедет. Так, это зерно у нас получается чисто для кур, ну или в крайнем случае на семена. Погнали, подцепим прицеп, пусть дальше собирают. Но на третьем поле, я не знаю, или опять с ворошилкой пройтись, или же подобрать ее. Правда, наверное, подборщик тут стоит на этот класс. Капец, как дорого. Ну да, для 800. Надо сохраниться, иначе сейчас игра вылетит. У меня потому что музыка перестала переключаться на мышку. Видимо, надо зайти в настройки, убрать там, чтобы он, блин, переключал нормально. В смысле, у меня Logitech почему-то переключает там рабочий стол, там фарминг симулятор или рабочий стол по умолчанию. И типа должна подсветка даже у мыши меняться. Кстати, она довольно быстро меняется. Нормально, езжай. Кировец еще едет. А ты-то что стоишь? А, из-за подо... Вот сейчас бы вместо такой бабла сожрал, блин. Вопрос, пока есть момент, можно загрузить и отправить его. Ну, сначала посмотреть, где подороже хлеб. Нет, вот хлеб. 370. По-моему, во втором магазине была как раз такая цена. Первый магазин, где он у нас? Ага, понял. Сейчас отправим тебя туда. Все, езжай. Так, Кировец почти приехал. Можно перехватить управление уже. Правда, у него руль теперь как у Мазурик. Я хотел сначала взять РСМ-ку, но, блин, 14 лямов пока что жирновато. Хоть у РСМ-ки есть лопата и двойные колеса. Ну, можно было, конечно, взять, но... Не знаю. Если продадим весь урожай, то не урожай, всю продукцию, если хватит, то можно будет следующую серию взять. Потому что на силу с ноями самое то будет. С широченными двойными колесами, с лопатой. Газик едет. Что у нас на третьем поле? Блин, ну походу придется опять его колоть. Но тут уже походу вручную придется. Только надо будет, получается, арендовать вот эту ворошилку. Потому что она сразу волок тоже делает. Время 49 минут. Блин, хотелось бы в эту серию, конечно, добить это поле. Но, наверное, не успеем. Придется, наверное, в следующей серии добивать. Я, наверное, вот эту сторону как раз уберу, а следующую серию мы уберем ту часть. Там буквально, наверное, минут 15 работы будет. Сейчас мы сможем увидеть газик. Вон он летит. В смысле? Че, он куда поехал-то? Обороты ты сбрось. Что-то с этим макросом не то.
Что-то он не хочет обороты сбрасывать, пока трубу не закроешь. Слышь, Газик, ты куда поехать? Это он, наверное, решил вот отсюда проехать. Да, автодрайв тут, конечно, на... Может, вот этот максимальный объезд надо поставить на ноль? Ну, или... То есть на ноль поставить. Ну, уже поздно, конечно. И сейчас он, наверное, отсюда поедет, да? Да, круто. Так, что у нас сил? Я уже думал, вышел, блин. Ну, что-то вообще ни о чем урожайность. Видимо, осенью траву собирать вообще не факт. Точнее, не вариант. Ладно, пока все заняты. Выровняем все это дело. Слишком низко тоже не надо опускать, иначе он клюнет, и такая тут яма будет. Разворачиваемся. Сколько у нас уже? 450. Маловато, надо хотя бы лям. Это у нас в той яме, по-моему, 400. Но нам сейчас нужно 15 лям. Кредит я уже брать не хочу, и так уже до хрена его взяли. Ну вот сейчас получается вывести хлеб, щепу, и, наверное, хватит как раз на БГА. БГА, который на карте я покупать не буду, тем более она, по-моему, дороже стоит. А, даже дешевле. Нет, все равно нет. Эй, блин, зря я это сделал. Блин, подними. На таких открытых БГА намного лучше работать. Плюс, за, получается, за линией тут ничего не уходит, за границу. Есть только вот тут. И то не факт. А. Кстати, тут тоже почему-то темно-зеленое. То есть границы тут намного ближе, чем кажется. Нет, наверное, получается только вот так вот опустить, собрать всю эту лопату и уже поднять. Да. Чё это такое? Чё за прикол? Я чё, яму сломал? Ну-ка. Ошибок вроде никаких нету. Давай, тяни. Блин, как теперь все это затолкать? По-хорошему, тут надо силосником пройтись, потому что лопата у него не очень в этом деле. Ну, высыпай. А, я сейчас, наверное, выйду за пределы, и опять то же самое начнется, да? Нет, тут проще сделать вот так. Вот так, вот так, и потом покрасить все это дело. Можно даже вот эту границу тоже сделать, чтобы было нормально. Потому что здесь тоже он уже за границей высыпал. Хотя неизвестно, как она закроется еще потом. Так, наймит уже полный. Сейчас мы тебя разгрузим. Все, стой пока здесь. О, как раз с той стороны встал. Так, что у нас по времени? 54 минуты. Все, комбайн останавливаем. Сейчас разгрузим газика. Посмотрим, сколько у нас у силосника. И все. Эх, силосник.
наместнику еще много ездить. Мы пробуем продать теперь хлебушек. Смотрим на деньги. Ну да, в принципе, сейчас хлеб продам за кадрами, и денег как раз хватит. 2200, чуть-чуть поменьше. На магните было 2500. Ну все, в принципе, можно заканчивать. Все, всем спасибо за просмотр. Я пошел доделать все это, точнее, вывозить. Эту часть я как раз уберу, и в следующей серии мы эту часть уберем, и начнем с самого уголя. Ну а до тех пор, всем спасибо за просмотр и всем пока.